написал. Очень серьезный нюанс, смотрите, берете за ступню. And not agree. Those are 2 days, you're not gonna do it. Here, what here? You just said over with your fist. То есть вы вот прикладываете не, даже не, не захват, вы просто кистью забираете ногу, отжимаете ее. Потому что если вы будете прикладывать за ступню, то это очень может привести к травме запястья. Причем из этой позиции вы достаточно безопасной позиции находитесь, потому что ему достаточно сложно отсюда вас ударить. Значит, он пытается бить. He starts opening up space. Он открывает пространство для вашей дальнейшей работы. If he pulls down my arm now, I have a triangle here. Или здесь он треугольник. So he doesn't have much. From here, if I get the triangle, I just move him that way. То есть здесь можно даже сразу не можно еще переходить. So if he reacts, that makes just worse for him. То есть реакция оппонента из данной ситуации, когда он уже оказывается в плотном нормальном захвате, чем больше он реагирует, тем больше он ловушку, собственно, себя затягивает. Открывая больше пространства. Just to keep it basic, try not miss the details. Back home, hold your knee, and go here. For now, you gotta just work the goals, and you gotta go around the stuff. You gotta go around the stuff. For now, just work the basic part. То есть вот, да, базовую штуку, прихватывание ноги, вот именно это проработайте. То есть, чтобы это было достаточно плотно, чтобы у соперника не было проблем. Вот, смотри, как Магомед делал. То есть вот она не заправляется, так, да? А ты тазик не разворачиваешь, смотри. Так, вот смотри, у тебя рука мешает. Изнутри. Ты изнутри просовываешь. Да, изнутри, снизу. Да, внутри. Во-во-во, да. И вытолкнул на руку. Я вот сюда. Так, скручиваю, да? Здесь? Наоборот, так, сюда. Вот, и вот сюда, вот сюда. Вот, все делай. Вот почему он так? Вот, здесь отсюда можно вот так перехватывать захват. И идешь на омоплат. Нога. Sometimes let him tell, like sometimes I hold the hips, I let him roll. Because when he rolls to defend the shoulder lock, I get him the side control. So sometimes I don't even hold him here. А, он говорит, он даже его не держит, он говорит, в случае бедрами, потому что чем больше он движется, тем больше сам себя загоняет. Yeah, when he rolls, just let him go. То есть если вот он выходит, вот выходи. Перекручивайся. Здесь сайт контрол выходит, да. Страх. Переход на канарейки. Сложно на канарейке. Очень сложно. Сложно на канарейке, да? Очень сложно. No, it called in samba. Like canary bird stuff. Не, слаб, зачем руку надо? Yeah, like go into canary bird. Не, изнутри. Да не, слаб. It's like the name of the position. Так, подтащил. Yes, put our mouth to Переголову в сторону набирай и просовывай ногу. Таз скручивай. Да. Ногу под себя. Все, вот он сейчас кувыркается. Кувыркайся. Контроль. Вот. Да, нога маленечко. Все, заводи. Рука мешает. Рука отстань.
normal pattern is switch on this side here. Смотрите, да? Переклад, да. Вы перехватываете руку и выходите сюда, да? На овом плату. Захватываете его ногу. That's it. For now, for the next move, you're gonna go for on iron bar. Здесь можно переходить на рычаг. Here, my hips facing that way, right? Right hand to here, I'm gonna move. Так, ладонь находится с той стороны, для этого нужно перекрутиться. I'm gonna start to like bring the leg over as well. Перекрутиться и перекинуть ногу. Depending on what he does, if he pulls arm out, he's gonna put himself in the triangle. Так, если он высовывает ребро, соперник руку, то он сам себя загоняет на треугольник. So like that's like his mistake. Это ошибка для соперника, если он пытается. Но если он оставляет, I have the arm bar. То тут есть место для рычага. So depending on what he does, I'm gonna have either the triangle or the arm bar. If he leaves the arm in, I have the arm bar. То есть здесь независимо от того, что делает соперник, у него всегда есть вариант продолжения, да? Если он оставляет руку, это выход на рычаг. Если он убирает руку, это выход на треугольник. То есть вот, да, еще раз. So you're here, you have to move the roll. Держите ногу, да? Перекручиваете бедро. Потом сюда ногу. Если здесь, то это треугольник. Даже не надо перекручиваться в обычный треугольник, потому что отличная позиция для того, чтобы взять еще дополнительный болевой на руку или бить его. То есть очень хорошая позиция для того, кто снизу отсюда. And for the arm bar, just when he leaves the arm in. А если руку оставляет, да, соперник? Там. Leg go. Over the shoulder. Когда нога остается здесь, над его плечом. So you can switch hands usually. Uh-huh. It's additional with the match. Whatever. Let's work the ball. So is that one where we'll have to do that? But I want to make it better. Yeah, there you go.
Once my arm is stuck here, I'm already like in big trouble. So if I try to like wash her up, what's gonna happen? I'm just gonna make it tighter on my shoulder. So I don't want to like pull out. What I want to do, I want to stack. And as I go here, I try to find space. The thing is, I don't want to go with this knee here, because what happens here, he can still go for the water. So what I do, I pass. So what I do here, I stack. When I pass, I want to drive this knee first. Now from here, I keep my chest pressure, and it's not I see what it's like though. Now, I can make adjustments here. Thank you.
Вернулся, прямо вот на outside here. И то есть вот у него, да, туда вот? Плотно. Вот он уже идет туда. Очень высоко. Да, да, да. Максимально. It's like judo. Это как judo. Ну, в принципе, удержание. Нужно удержать. Корпус
лежит, не стал прямо. Видишь, ты с другой стороны еще лежал. А ты с другой лежал, круг. Your shoulder is not to go in the chest, your shoulder has to go in the neck. So I push myself down and then drive my shoulder down. Here.
Если ты прихватил руку даже из этой ситуации, то захват достаточно силен, даже если даже если он теряет, да, улучшающий, если не получается, улучшающий, у него всегда есть рука и возможность перед ним нет. So, even if you're the choke, you're still going to have mana submission. Есть, the arm, it is important if you want to go for the choke right away, but if you want to work the choke or all this stuff, you can just let an arm pop out, and you're going to have the arm work. So you still have submission there. Mm-hmm. They can work both. When the arm pops out, then you go for the choke with one arm, just an act. Or the arm block. Да, то есть можете попробовать как раз это сочетание, да? То есть перевод либо на укушение одной рукой, либо переход на рычаг. Я на мяч бой workable. С этой позиции, когда соперник находится в глубоком защите.